Агния Барто. Комары. Всех разморило от жары. В саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из сада. Марина, младшая сестра, воюет с комарами. Упрямый нрав у комара, но у нее упрямей. Она отгонит их рукой, они кружатся снова. Она кричит: «Позор какой! Напали на грудного!» И видит мама из окна, как храбрая Марина в саду сражается одна с отрядом комариным. Опять сидят два комара у малыша на пальце. Марина, храбрая сестра, хлоп по одеяльцу. А комар людоед, будто друг или сосед, будто в гости попав, полетел мне в рукав. Будет жалить и петь. Что же, надо терпеть. Я убить на лугу никого не могу.